супруг Елены Борщевой преподнес ей двум маленьким дочкам Марте и Уме потрясающий сюрприз – сертификат в центр плавания с дельфинами в Москвариуме на ВДНХ. Марта уже видела дельфинов, а вот для трехлетней Умы это была первая встреча с млекопитающими. «Какие они большие и красивые», – восхитилась девочка. Правда, плавать с ними Ума не решилась. Предпочла наблюдать за мамой и старшей сестрой с бортика бассейна. Перед плаванием тренер рассказал девочкам, что это тихоокеанские дельфины и зовут их Лея и Марта. «Две Марты в Марте», – пошутила актриса, – «это знак». Помимо плавания, девочки послушали, как поют дельфины, поиграли с ними в мяч и даже потанцевали с ними в воде. А наградой за общение в конце сеанса стали поцелуи от Марты и Леи. «Обожаю обниматься с дельфинами, сразу такое спокойствие», — поделилась Елена своими эмоциями. Марта сказала, что это ее любимые животные после собаки Стайлза. Помимо плавания с дельфинами, семья отправилась на основную экспозицию аквариума. Там девочек поджидал еще один сюрприз. Глава семьи договорился с водолазами, и они погрузились в аквариум к акулам с открыткой, на которой по просьбе Валерия было написано «Моим любимым рыбкам». Девочки побывали в зоне кораллового рифа, увидели акул, скатов, пираний, рыбок немой Дари, рыбу-клоун и рыбу-хирурга. После прогулки посетили научно-развлекательное шоу «Кругосветное путешествие» с участием касаток, дельфинов, моржей и морских львов. И напоследок отправились на интерактивную выставку челюсти, где смогли прикоснуться к акулам и увидеть челюсти гигантского мегалодона.